Здравствуйте, дорогие мои подписчики, а также гости моего канала «Сама себе огород». Друзья, сегодня я сделать хочу обзор высокорослых томатов, которые были посеяны прямо в теплице. Всходы у них были в конце апреля. И 1 июня я их высадила в открытый грунт. Вот томаты эти уже выросли до 2 метров. Так как они здесь все высокорослые, и лимон Лиана, и Казанова, супергигант здесь, Дебырау розовые, и также здесь есть Дебырау черные. Вот такие они усыпанные томаты. Хочу отметить, друзья, что все успело вырасти. Ну, конечно, я обрабатывала каждых 5-7 дней. Поэтому у меня еще томаты. Сегодня 10 августа. Томаты все зелененькие. И все в плодах. Вот такой обзор я хотела сделать. Вот это у меня томат, который я пишу всегда сливки маленькие. Ну, когда я их сеяла, потом уже начала собирать свои семена. Это томат ни забот, ни хлопот. Вот такой он вырастает где-то до 1,5 метра. Хотя писали на пакетах, что этот томат низкорослый. Но у меня он почему-то растет высокий. Может, попутаны были семена. Вот такие томаты на сегодня, на 10 августа. У меня именно с высокорослых, которые были посеяны. Вот все они в плодах. И плоды уже очень большие. Некоторые уже начинают краснеть. Вот такие вот. Так что, друзья, можно не волноваться. Всегда можно посеять в апреле месяце томаты. В середине даже они взойдут прекрасно. Можно посеять даже в комнатных условиях в середине апреля и высадить сразу, пикировать тоже можно под укрытие. И будут у вас томаты. Вот и все, друзья, о чем я сегодня хотела рассказать и показать вам. Теперь я с вами попрощаюсь. Всего вам доброго, будьте здоровы, до новых встреч. Кому понравилось видео, ставьте пальчик вверх. Кто еще не подписался, подписывайтесь. Для меня это очень важно. Всем пока. До новых встреч.